В день выборов с сотрудниками полиции проводился комплекс мер по предупреждению и пресечению нарушения правопорядка. Обследовались помещения избирательных участков и прилегающие к ним территории. Были разработаны и согласованы схемы организации дорожного движения около избирательных участков с учетом планов по отводу автотранспорта при возможном осложнении оперативной обстановки. Всего было задействовано более 300 сотрудников полиции. Дополнительно для охраны общественного порядка привлекались представители общественности, 285 человек – казаки, члены добровольных народных дружин, сотрудники частных охранных предприятий. За каждым членом общественного совета при УВД по городу Сочи были закреплены избирательные участки. Проверке подлежало исполнение служебных обязанностей сотрудниками полиции, их внешний вид, обращение с гражданами и содействие избирательным комиссиям. За время проведения голосования нарушений в работе полицейских выявлено не было.